часовнику, и один выпендривается на всех. Видите, хвост пушит на всех самцов, которые сидят в самцовнике. Очень красивый бронзовый прошлогодний. Вот так. Через сетку он один против всех выделывается. Дайте, говорит, мне их всех, я их всех порву. Он у нас сидит с девушками. Поэтому он такой борзый. Вот и девушек своих привел. Смотрите, говорит, я сейчас всех порву. Сейчас я их всех. Вот так. Хорошо, это смешанное стадо, где мясные и племенные девки сидят вместе, а с ними вот несколько выдающихся длинноногих самцов. Они сегодня у нас гуляют, и вот пришли выпендриваться в самцовник. Мальчики наши запасные, сидящие по отдельности. А это вот группа поддержки. Это девушки, которых он привел с собой. Они забрели в гости к мускусам. Тут у нас мускусиный отсек. Вот. Вот наши мускусы. Недавно как раз был за это разговор насчет чистоты мускусов. Ну, я не знаю, как они в таких условиях могут быть чистыми. Вот 5 уток, и они все грязные, как свиньи. Куда делся их самец, я понятия не имею. По-моему, он к белой банде пошел выяснять отношения. Девочки. Девочки возмущаются. Видите, говорят, что такое? Вот еще один племенной бежит на помощь. Вот племенной индюк. Еще один из этого большого девичника, где мясо сидит вместе с племенем. Вот видите, это бронзовая самка слева, и это француженка мясная. Посмотрите, как она оформлена. Вот спереди она сейчас. Как она отличается формами от мелких булечек. Индюк практически с нее размером. Угу. Есть мясо и племя вместе. Сегодня у них прогулка. Посмотрим, что тут творит белая банда. Пока ни на кого не напали. Уже все испачкались. Просто как свиньи. Ну, гуси счастливы. Им дали воды наконец-то. Вообще мы их держим заперти. Они очень агрессивные по сравнению с ландскими. Поэтому мы держим их заперти. Но сегодня такой день. Видите, индейки их гонят. Говорят, нечего. Девки, видите? Вот, пришли. Гонят белую банду. Потому что, говорят, нечего шастать. Но они помнят, что эти гуси и утки очень агрессивные. Но сегодня они, видимо, прочувствовали и осознали, что если они будут вести себя агрессивно, их просто загонят домой и больше не выпустят. Поэтому, видите, они просто наслаждаются сегодня водой. Это девочки-индейки тут мне комментируют, ходят за мной. Вот. Просто наслаждаются водой и солнцем. Не знаю, насколько они понимают, но похоже, до них дошло, что
что если они будут плохо себя вести и на всех нападать, вот пошли в гости к Ланским. Чужая еда всегда вкуснее. Видите, гуси просто и утки счастливы. Они получили воду вожделенную. В теплице они получают только снег, потому что свинячат. Пока у них об агрессии речи не идет. Они дорвались до воды. Просто счастливы сегодня белые. Их выпустили. Вот у них купаленка. Вот. Это уже их домик. Видите, они ведут себя скромно сегодня. Только мое появление, они уже идут к дому, говорят, мы поняли, поняли, только совсем не загоняйте. Ну, очень разнузданные бандиты были, поэтому мы очень долго продержали их, больше недели в заперти. Вот такие. Вот тут утки в основном, ну и гусь один с ними. Они так и живут у нас вместе, эти утки агидели. Гидели немножечко старов тут. И гусь. Гуси Линда. Эти гуси то ли еще не несутся, то ли мы не видим где. Вон там идет вообще процесс топтания у Пекина уток. Но эта теплица еще не несется. Я ни одного яйца не видела. Ни у гусей, ни у уток. Вот наслаждаются водой. Ничего им больше не надо. Вода. Вода. Видите? Вода. Гораздо.